Катя, вот эту макарону. Ну, я и говорю, может, вот эту сварим? Вот эту. Я тоже хочу вот эту, вот ее сварим. А эти пока не будем. Ой, что-то взорвалось у меня. Под ногами опять грязно, да? Макароны мы с Димочкой решили сварить. Ну, там соседи пол сломался. Ну, соседи пол сломался. Угу. Соседи там пол сломался. Сварим с тобой макароны пока. И куда палец пока? А я вот смотреть, как варится. Ну, опять будешь, как варится. Близко не это, не лезь. Ну, там еще не закипело. Сейчас закипит. Ты такая щечка какая мамина. Вот, и мамина щечка? Вот тут стоим. И козелка мамина? Да, стоим. Вот тут макароны. Ну да, водички. Сейчас вода закипит. И мы туда бросим с тобой макароны. Сварим макароны. У нас есть с тобой сосиска. Стой тут сейчас я. Че? Вот тут у нас. Держишь? Держу. Держишь? Сосисочки у нас тут есть. У нас это... Подружка оставила, она прям вообще что-то мало кушает. Одни сосиски с этими. Ну, лимонад, ладно, он холодный. Так, гамбургер. Ладно, это гамбургер. А, вот у нас пирожок есть. Пирог мы с тобой сегодня должны докушать. Разогреем потом. А я вижу, масло как попозже. Ты убиваешь. Вижу, как убиваешься. Видишь? Вижу. Вот тут вот, что ли? Так. А, тут салатик, ладно, там салат, это все для салата завтра. А, и рыбка, наверное, еще один, точно. Я еще рыбочку ему достану, мясо, чтоб ребенок кушал. Ну и все, а тут у нас тоже мясо, мы на неделю с вами будем готовить. Свекровь купила ребрышки куриные, я даже не знаю, что с ними делать, я помню, они настолько кослявые. Вот лучше спинки, правда, спинки. А, еще яички. Уже за пальчик там взялся. Пальчик у тебя забался. Вот, все. И там остается у Димы гречка на завтра. И завтра мы уже с тобой сварим что-то новенькое. У тебя пальчик забался. Да я тебе просто показала, где дырочка. Я думала, ты через эту дырочку смотришь на меня. Я думала, что это так происходит. Нет, разве? Есть тут. Вот, и тут маслины. С яичком у него будет макарошка как раз. А, да, с яичком, с рыбочкой. И, наверное, еще Дима скушает. Тихо! Яблоко и апельсин, наверное, да. Как-нибудь так дадим? Дадим. И хлеб. Вот наш хлеб беленький. Хлеб, кстати, не получился. Ой. Вот тут вот оторвалось вся вот эта кожурка. Оторвалась, она осталась. Вот она, тут надо помыть ее. Вся там. Да? Там пальчик у тебя залался. И что ты теперь переживаешь за мамин пальчик? Да? Это зайка. Лампочка, вот это залазила лампочка. А, еще мы стираем Димины вещи. Вот тут. Вот стиральную машину, кстати, чинили нам недавно. И парень потом водкой вот так вот все протер. Вот тут вот все ее там и стер, протер. Ну, взял, конечно, очень много денег. Поменял ей еще нагревательный элемент, сказав, что он там ломается. Я своему мастеру показала, действительно ли так. Он тот сказал, что да, действительно ломается. Но мама меня все равно потом отругала, что я заплатила столько денег. Пока день затеялась. А там просто, когда поставили машинку, шланг подсоединяли, забыли резиночку поставить. У нас вот тут прям потекла лужа большая. Вот еще этот парень поставил эту штуку неправильно. Грузчики сломали ее, и нужно было другой стороной поставить. А там вон как чисто теперь. Да, чисто, и белье твое стирается. Всякие твои пижамы искаканные. Дима каканой просыпается постоянно. А это каканый. Да, сейчас оно уже закипает. Я просыпаюсь в каканой. Ты взрослый? Взрослый. Поэтому ты не хочешь рулячек одевать? Да. Если ну, он чисто. Чисто? Это ты вот называешь вот это чисто? Чисто. Ты посмотри сколько. Да даже яйца почистил сразу вон там. Сколько? А у мамы как? У мамы вообще идеально там. Чисто. Взрослый. Ха, хитрый. Короче, сварили вермишельку мы. Сверху добавили сыр. Тут у Димы яичко и рыбка. Вот. И у меня. Ну, у меня просто. Просто все. А, заварили с Димочкой чай, у нас ромашка с лимоном. Дима захотел белый чай. Да?
Белый чай захотел Дима. Мы делаем сейчас чаи, начали разные делать, потому что у нас их очень много, да? У нас их здесь вон просто много. Ромашка. Тут что? А, еще ромашка. Ой, что тут высыпалось? Да, ладно. Еще ромашка. Тут вон черный чай, тут каркаде. Там это еще не все. У меня еще на балконе там навалом. Ну, тут вот, ладно. Здесь надо вот тут убираться. Здесь вот у меня солод, всякие дрожжи. Тут надо прибраться, потому что я просто туда все впихнула. И все. А тут, кстати, сладкая вата. Его тоже можно будет потом скушаться. Вот, поэтому мы с Димой решили, что нужно эти чаи все заканчивать. Сколько они еще будут так лежать у нас. А то каждый праздник и дарит чай. Каждый праздник и дарит чай, да? Они зашли, а на ним сопли. На. А если у вас сопли? На, одевай. Ну-ка. Давай. Засранец. Взрослый. Сейчас ты меня тут опять нароняешь. Горячую сейчас макарону уронишь себе на ножку. И обожжешься. Взрослый. Взрослый. Засранец. Вот, а тут мы сосиски варим. Подружка ела сырыми, прям даже это, чистила, даже не мыла. Я не знаю, я привыкла мыть сосиски и варить потом. Вареные мне как-то больше нравятся сосиски, чем сырые. Вот, я их там варю. Сосиски она купила. Где бумажка-то спит? Батюшки. А, вот она. Купила вот такие вот. А, ну у нас, кстати, я не видела, по-моему, таких. С говядиной. С говядиной вообще обалденно вкусные. Ну да, кстати, такие довольно вкусные. По составу. По-моему, там 4 е-добавки было. Яйцо, я помню, намешано. Ну, как, наверное, обычно. Не знаю, дым-дымич. Магните, наверное, по-моему. Надо будет посмотреть. Около 90 или 150 рублей. Продаются они. Она сказала. Вкусно тебе, малыш? Да батюшка старается над тарелкой кушать. Ты моя розочка сладкая, да? Ты мамина розочка ароматная. Малыш. А? Серьезно. Какая вкусная сосиска. Вкусная сосиска? Ты первый раз пробуешь сосиску? А? Первый раз. Хотела дать ему сначала кусочек. А потом подумала, что, думаю, я уже не могу, что-то наелась. Ну, пусть ребенок съест целую сосиску. Распробует ее как следует. Да? Дима прям после 3 лет, после 3,5 даже почти, Дима уже прям все начал у нас пробовать. И шоколад первый раз попробовал, сосиску, колбаску, да, по-моему, ты пробовал. KFC, Макдональдс, да, ходили недавно, кушали картошку фри. Да? Дима уже все начинает кушать. А он только пиццу еще не пробовал. Пиццу? Да. Не ковыряй там ее что-то. Вкусная? Козявка? Козявка. Уже все Дима почти перепробовал. Но больше всего киндер, наверное, любишь, да? Да, мартышка? Мамина. Тебе как вкусно? Тебе вкусно, малыш? Вообще, если честно, я против всего вот этого, колбасы, шоколада, все прочее. Но, блин, это так классно смотрится, когда ребенок кушает. Так хочется, чтобы он все попробовал. Ой, как ты, до глаза закатывает. Ой, как вкусно, да? Ой, как вкусно! Блаженство, да? Но курица вкуснее, да? Чем сосиска-то, а? Козявка. Ой, вкусно, как не могу, вкусно, ням-ням-ням, ням-ням-ням. Да это мама озвучивает тебя. Ну что, наелся? Пирог будем кушать? Не будем. Не будем? Ну вот, как же так. Заелся. Да? А яблочко? Яблочко не буду. Как не буду? А что будешь? Все? Ну чай допивай тогда свой. Что у тебя там все сухомятку-то? Ну. А бутерброд с маслом? Тоже что-нибудь? Я тоже наелась, прям вообще очень сильно наелась. И я. А вода.
кусочка. У меня есть такая большая куска. Это маленькая. Это маленькая, да, они по размеру чуть-чуть разные, чуточку вот прям отличаются, да?